Здравствуйте, мои дорогие! Прошел ровно год, и я нахожусь в той же самой комнате, вот которую сейчас ставила видео, повторила с шеи, поставила из той же самой комнаты. Вот ровно год, как у меня Дженнифер находится в этой белоснежной комнате. Смотрите, как она ее украсила. Значит, двери были, смотрите, вот это вон наклейки, cow print она придумала. Вот эту вот нужно заменить еще, она хочет другое. Сюда сейчас мы заказали подставка в форме сердца, металлическая, для цветов. Вот она должна прям на днях прийти, будет еще интереснее. Вот такие вот лианы тоже она нашла онлайн, заказала. Я ей заказала. Смотрите, вот она придумала эти макраме, вот на стенку. Значит, это типа с материала, я забыла, как оно называется. Когда получили, она заметила, что размер маловатый. В общем, заказала уже другое. С зеленым цветом, таком салатовым. Сейчас очень модные какие-то лягушки. В общем, лягушка там будет розовая. Сейчас ставлю пока с луной вот эти вот фазы луны. Потому что совсем скоро сменится лягушка на луну. Тоже здесь вот это вот коллаж тоже мы заказывали, она заказывала, она все выбирала. Смотрите, диск тоже придумала, она сама сделала каупринт, вот коровку, вот именно на белом фоне, над блестящим. Это обычный CD, старый CD-диск, вот она раскрасила черной краской, получился вот такой вот каупринт. И смотрите, вот у нее и шторки, туалетный столик. Вот это новая мебель, это я ей подарила на 14 февраля в TJ Maxx. Вот эту подставку, с ней здорово делать эти вот всякие видео. Так, у нее ее обычный стол, обычный, необычный, о котором я всю жизнь мечтала. И вот это вот электронное, это пианино, и, значит, лианы вокруг, вот так вот, и настолько преобразилась. В общем, еще где-то 2 или 3, еще не хватает зеркала, и, конечно же, у нашей кокоси, это кокочка, у кокосика новая клетка, я покупала за 200 там чем-то долларов. Я уже видео ставила. И вот такая вот комната. И обратите внимание, здесь мне очень нравится. Бабочки тоже. Это все она выбирала. Вот эти принты. Люстра пока та же самая осталась. Она ей не нравится. Вот так вот. Ее раздражает, ей не нравится цвет. Уже когда включаешь цвет, получается цвет желтоватый. Вот такой вот ровно через год, и так здорово, и мне тут очень нравится. И когда она включает вот ночью, у нее есть звездное небо, как она называется, Skylight. О, Skylight, захотела на Skylight, я ей подарила то ли на Рождество, то ли не помню, на Рождество, кажется, или на день рождения Skylight, и получается звездное небо, оно еще вращается, и когда здесь ночь. И оно все так, здесь такие вот звездочки, причем разноцветные, и вот с этим вот со всякой подсветкой. Ну, в общем, не ребенок, а вот столько такая выдумщица, такое интересное придумывает. Мне очень нравится, что она реализовывает свои идеи, а вот я, получается, только денежки проплачиваю, вот так. Надеюсь, и вас дети вот так вот радуют, вы вместе участвуете вот в этом творческом процессе, вернее, в процессе их творчества, и возраст у нее такой уже вот 11,5. У нее очень развились она способные творческие, и в школе это отмечают, и дома я замечаю вообще. Просто вот это огромное счастье растить собственных детей и наблюдать за их ростом, не только физическим, а и творческим, и физическим, и эмоциональным, и видеть их улыбки, и делить вместе их печальные, такие, так сказать, моменты, и находиться рядом, и участвовать в их жизни, вот так вот. Вот, мне очень нравится, я в таком восторге.